японский. Поэтому мы взяли Монечку. Сейчас она его загонит. Молодец. Всем привет. Вот у нас такие новости небольшие. Это, короче, металл пришел на ту часть забора. Вот эти зелененькие, это на перегонка, чтобы была у нас для кабанов, 12 штук. И, ну, столбы, вот серого цвета и перемычки. Также ребята заберут, говорил на эфире, часть сетки на калитке. Будут варить калитки, делать их для вольеров, которые будут находиться вот с этой стороны. Кстати, вот щебень. Опа, щебень, который будет на бытование, на забор. Так, это у нас вот эта часть. Конечно, вот кровь из носа, ту землю мне бы забрать, но пока что у меня в раздумьях. Чтобы вот так уже были. И тут будут вот эти вольеры как раз, которые планируются, о которых говорил в эфире. Кто не слышал, не знает, переходите в Телеграм, там есть вся информация по этому поводу. Подписывайтесь, буду очень рад. Эти вольеры надо будет доделывать к осени, чтобы переводить всех мякону туда, морожку, наверное, сюда вот этого кольта к тайге. Ну, в общем, такие у нас дела. Вот этот бой надо повозить, позасыпать ямы, где кабаны у нас будут сидеть. Вот такая вот у нас атмосфера здесь рабочая. Папа еще 2 недели тут, брат недельку, и все. Я опять один остаюсь. Вот кто-то спрашивал про елки, прижились, не прижились. Все прижилось. Все елки, туи. Вон там туи, можжевельники. Здесь, правда, их надо будет рассаживать. Слишком близко посадил, мне сказал Артур. Ну, посмотрим, не знаю. Подумаю, буду, не буду. Сил хватит, пересажу их по осени. Расстояние, чтобы 2 метра друг от друга. Андрюш копает такой бассейн для кабанов. Папа дальше варит вольер. Вот за Сергея нашего одувается трактор. Сейчас пойдем за водой. Пойдем рядочка. Всем привет, папа ВС Кабан, кто кого, японский, пап, давай его лучше по-другому, он сейчас тут разгромит все, вот такую приспособу сделали. Где это еда? Он сейчас на стрессе, ему пофиг на эту еду будет. Вот так мы. Вольер почти готов. Памяти нет, как обычно. Кратенько видео вам сниму, покажу. В общем, полное видео будет на Бусте. Вот этот прожил год вольер, считайте. Говорили хлипенький. Ну да, хлипенький. Вот это отрезали крышу, там все подкрутили, подделали. Там он уголки крутанули. Не, он не подойдет, пап. Да. Тебе надо вылезти, он зайдет сам сюда. А куда мы далеко, видать? Кабан никак не хочет заходить. Поэтому мы взяли Монечку. Сейчас она его загонит в будку. И мы его закроем тогда. С ней по-любому. Он забежит, а что до пули. Молодец. Молодец. Одна, скажи, не могу загнать, да, Моника? Молодцы, Монечка. Все. Это слюни.
Вот он здесь теперь. Монечка, акула. Миша, давай мне. Сделали свое дело. Шуруповерт. Это все убрать тогда. Этих надо посадить, потому что они сейчас если выбегут. Их надо убирать отсюда. Сейчас я выскочу оттуда. Ну тогда открой сейчас эту сторону, я по одному их вытащу. В общем, ларя запустили. Ларь чуть это не погиб под этим кабаном. Чуть не убил его, повезло. Папа был сразу на руки его и ко мне. Монечка вообще молодец, просто супер. Кула тоже молодец, тоже получил сильно от него. Сюда перегонку пока закинем. Ну вот где волки рядом. Вот, да, вот. Ага, сожрут, пап. Тихо-тихо-тихо. Давайте, может, я вот так сетку подержу. Да, стоять тут, конечно, очень стрёмно. Следующее. Это было, конечно, непросто. У Эвереста солнечная сторона. Красавец. Даже погоняли собаки его. Ну, зато единственный способ был загнать его туда. Эверест, чуть осталось, терпи. Ставят кабинку.
Тварь там не успокоится. Получили.